Привет, друзья! Сегодня будем готовить вкусный, сочный салатик, нарядный салат Астра. Значит, для этого нам понадобится помидорчики, штук 5 вот помидорчиков. Здесь у нас перчик болгарский, яйцо, 4 штучки мы отварили предварительно, курица, пару зубчиков чеснока, сыр, майонез, соль по вкусу. Это все ингредиенты, давайте готовить. Подготавливаем подходящую форму для приготовления салатов. Они продаются, в принципе, в магазине, но мы никогда этим не заморачивались. У нас есть вот такая вот форма для куличей. Мы ее переворачиваем кверх ногами. Вот такая универсальная штука. Диаметр ее 15 сантиметров. Вполне достаточно. Куриную грудку нарезаем кубиками. У нас здесь около 300-400 грамм. Сразу же укладываем на дно формы. Этот слой сразу же посолить, поперчить по вкусу. Мы перчить не будем. Добавляем сверху майонез. Раскладываем его по всей поверхности. Перед этим желательно мясо утрамбовать поровнее. Подготовим второй слой. Помидорчики нужно порезать также кубиками. Выкладываем форму. На помидоры, на мелкой терочке натираем чесночок. 1-2 зубчика достаточно. Также аккуратно притрамбовываем помидорчики. И сверху небольшой слой майонеза. Следующим слоем у нас пойдет яйцо. Одно из них разбираем на запчасти. Желток оставляем. Остальные натираем на мелкой терке салат. Далее делаем то же самое. Слегка притрамбовываем. Можно посолить, кто хочет, может поперчить. Небольшой слой майонеза. И перчик тоже режем кубиками. Но тут один нюанс. Значит, у нас два перчика, каждый делим пополам. И одну из половинок оставляем для оформления салата. Остальное все режем кубиками. Последующий алгоритм тот же самый. Укладываем. Трамбуем сверху майонезик. Сыра у нас 100-150 грамм примерно можно использовать. Натираем сверху на мелкой терке. Сыр совсем немножечко придавливаем. Оставшийся кусочек перца нарезаем тоненькими полосочками. Желток можно натереть на терочке, либо порезать мелко. Убираем форму. Получаем вот такой вот слоеный салатик. Осталось его немного украсить. Из нарезанных кусочков создаем астру. Готовьте, приятного аппетита и до следующих рецептов. Всем удачи!